Окей, окей, Самишенки, мы продолжаем родить игру по названию гардероб. Окей, короче, я кое-что узнал. Нам нужно с вами вернуться к этому мужичку. В прошлой серии мы с вами, в принципе, исследовали, как вы помните, пляж и упавший метеорит. Нам нужно вернуться сюда и взять клонскую бабочку. Так, хорошо. Все, да? Теперь нам нужно с вами переместиться на кладбище. И оказывается, я думал, это посох, типа, и бабочка. Но нет, это оказывается то, что отсутствует. А, не, пока... Давайте я сейчас сначала вернусь. Сюда, на вечеринку. Нам нужно подняться наверх. Нам нужно объединить волосы и куклу. Нерабочая кукла Вуду у нас будет. И отдать мужичку этому. Проснись, старикан. Не стоило так орать. Вы правы, простите. Прощаю тебя. Listen, послушай, а вы случайно не можете перешить волосы к этой кукле? Странная правда, но вижу причину не помочь тебе. Дай мне куклу. Вы слишком добры. Так, теперь. Эта кукла довольно очень похожа на мужичка, который на нас бздел, так сказать. Так, сюда. Галстук сюда. Окей. Ну, здесь понятно, что группа, здесь секретное место. А уж на предметы в наборе начинающего... Что? Исследователя. Сначала его нужно зажечь, а затем взять. Эй, можно его зажечь? Думаю, тебе срочно нужно отдохнуть. Подожди, оно с... А, спички, точно. Автоматическая свалочная система активирована. Осветительная. Себе. А ну поехали. Первая отсылка — это у нас порталы. Головы в рассоле. Какие уродские рожи. Говори за себя. Мне кажется, или кто-то что сказал? Показалось. Ну и хорошо. На секунду я подумал, что кто-то разговаривает. Почему ты думаешь, что это будет разговор с головой? Должно быть, они сказали последние слова очень давно. Как жаль, что к тебе это не относится. Все эти конверсовые шутки выходят так из себя. Мне нужно взять список как можно быстрее. Скорее всего, это головы разрабов, и типа я не удивляюсь. Я не знал, как его назвать. Нижнее подчеркивание. I have the vague impression. Мне такое чувство, что на этот момент разработка кто-то потерял вдохновение. Я не знал, как его называть, верно? I didn't know how to name him. Am I right? You didn't know how to name what? Как называть? It's your name. Тебя как называть? Нет. I have no name. Нет имени. Maybe it's precisely because your parents didn't know how to name you. Наверное, потому что твои родители не знали, как тебя назвать. Возможно. So I'm right. Значит, that's я прав. Так тебя зовут. Я же сказал тебе, что меня зовут. Ты должен следить за фигурой. You should get yourself in shape again. Why do you say зачем that? Так ты говоришь? Maybe because you похоже, can't even get out of your burial plot. Ты же выбрал на своей могиле. Я только начал думать. Пиццу уже несколько недель не ел. Only because he devoured the Aaron Boy too, last time. Потому что в последний раз он курьера сожрал. А что случилось с твоей рукой? What happened to your arm? I was too hungry, я еще не хотел есть, and I bit it. И немного укусил. Really должно hurt. Быть очень больно, but it was good. Но мне было вкусно. А тогда получается, что ты каннибал? I'm assuming you're a cannibal, then. I make no distinction when there's food involved. Я не делю людей на классы. You don't mean to try to eat me too, right? Это получается, if they were all like если бы все были как ты, то я бы уже давно умер с голоду. Actually, you're right. А, ну да, я в принципе с тобой согласен. I'm going out for a walk. Пойду погуляю. Может, еще зайдешь его позже, а? Книга по черной магии.
зомби на моменте. Древняя табличка. 1861. Pretty self-explanatory, тут и так все ясно. 18... Pretty self-explanatory, I'd если я скажу. Опа. Black magic for daily consumption. There must be a reason it's been here for so many years without anyone picking it. До сих пор никто не взял. There must be a Глава первая. Колдовство. Chapter 1. Witchcraft. How to curse your mother-in-law and live happily. Capture a wild wait for mid free your beloved remove Octung. Вызов духов. Chapter how Почему вы это не Octung. Chapter 3. How Проклятие that close if grand. Акта keep chapter how slack as Акта. Ну вот, допустим, проклятие Вуду. Chapter how a quad break after Акта. Почему? Морской монстр. It certainly cannot я определенно не могу сказать, что они мирно жили себе на дне. I can suggest a good beautician, я могу порекомендовать хорошего косметолога. So elegant. А он такой элегантный. Good evening. Добрый вечер. Hi, приветик, белый Костя. А что приключилось с твоей головой? What happened to your head? My dear, Милок, I'm я a zombie. Я же I'm decomposing. Разлагаюсь. Yes, I read да, the я hotspot прочел название but... авторской точки, но как-то сначала oh, это... Ой, дружок, ты... Конечно, меня в краску. Again, но опять же, в твоем случае совершенно нормально, пускай тебе повезло, так благодаря гнить. А кто только завидовать? Так ты любишь мозги, да? So you like brains, right? Of course, конечно, милок, я люблю мозги. But only the male но только мужские, если ты поймешь, о чем what я. I mean. Only too еще well. Как понимаю. Блядь, гей. Ну ладно, лучше не посрать. Славный костюмчик. Nice dress. I wore it я on бы в нем моей свадьбе. I guess it's a memory you really care about. Obviously, так, определенно, если учёт, что совершил самоубийство в этот же день. Forgive me, I didn't know. Cyanide, for the record. Cyanide, если ты понимаешь. Она была ужасно красива, но, увы, не мой типаж. Wasn't exactly my type. I suppose it я думаю, wasn't что цвет её волос тут ни при чём. And I couldn't stand я не мог высказаться с мыслью о том, что её кожа была более гладкой. Я просто не мог с этим жить. Почему тебя тут закрыли? What are you doing locked in here? This was the однажды это был склеп моей семьи, so так что меня... A long time ago, наверное, давно это было. Exactly сколько точно тебе лет? Don't be rude, и говори, милок, не вижу вас спрашивать возраст у зомби. Прошу прощения. Ты пахнешь довольно хорошо. You smell really good. Oh, ой, hey, дорогой, slow down тормози, with не будь таким без... Don't be so shameless. I use a mix я пользуюсь пеной для ванны и маслом для тела, они просто прекрасные. Anyway, да, и должно сказать, для такой like костяшки ты you пахнешь тоже не дурно. А, мне пора really пройти... Come back and приходи еще some time, и навещай меня, звездочка. Окей, я побежал. Знаете, немного я могу, конечно, ошибаться, я даже не хочу и сказать. А, смотрели фильм 300 спартанцев, да? Помните главного злодея, который сидел на слоне, да? Мне кажется, это он. Чао. Так, ладно, я думаю, мы с вами прочли книгу, поэтому мы можем теперь их, так сказать, напугать. Wrong turn. Неверно. Тихо, вернемся в дом. Так, ну иглы у меня нету. Можно еще сделать так. Кукла. I don't have the strength to counter still more stupidity with a witty reply. I may have removed the. Can you be more specific? Definitely. I don't have the. Ты тоже не знаешь. Be quiet, or тогда my у меня нету идеи, ребят. Поехали дальше. Факел древнего... Палашка, что я не убил. Cuddle me, hot stuff! Mm. Mm.
I love when you do that thing to me. А, ё-моё, да ладно. Блин, нужно так, как она прожжёт. Hurry, in the closet. В смысле? Домик уборщик. Be quiet, or my husband will hear us. Говорим, следующий выход, бабушка, к... Ему, а потом отправляемся в домик уборщика. Ага, все, я понял. Короче, отправляемся тогда к могиле. Нам нужно пойти к бабушке. Я думаю, что у нас с вами все еще челюсть есть. Теперь понятно. Теперь все ясно. Чёртова старость. Рональд, бабушкин любимчик, ты пришел навестить меня? Так и исхудал? Ты хоть кушаешь? У меня ужасная аллергия на сливы, и она полностью уничтожила мою жизненную... волю. I have a serious allergy. Well, sometimes ну и каждый порой случается запор, в этом нет ничего стыдного. Попробуй печенье яблочным, что? Бабушка, а разве тебе не кремировали? Grandma, didn't you have yourself cremated? Do you really ты правда думаешь, что это был полезен в эту вазу? Я подкурила могильщика, и он наполнил ее жвачкой. I noticed that. Я заметил, твоя любимая. Все для моего милого Рони. Хочу признаться, я веган. Что там делает дедушка? What is Grandpa doing over there? He's been trying to get уже несколько дней пытается вылезти из гроба. Каждый раз он забывает, что нужно пригибаться. Но он хотя бы теперь так вот-вот. Но он при жизни был не сахар, а то только я умер, так он не мог поговорить, даже захотел сыграть в ящик. Хочу признаться, я веган. Не стоит так... А я зайду к тебе совсем скоро. I'll come back and visit you very soon, Grandma. Совсем скоро. Я еще кое-что, ребят, заметил. Это очень-очень маленькая деталь. Я не знаю, как будет видно ли на видео, потому что качество может немного ухудшиться. У нее на ухе призрак из игры Pac-Man. Во, как вам такая мелочь, а? Так, я сейчас нахера не понял. I hope that so I can... Grandma, I know you're... Так, а давайте вы мне скажете, как да и чё, я чё-то не врубаюсь. Смотрите, мы с вами пришли к бабушке, да? Говорим со старушкой. Закончив разговор, сделал... Так, следуем на выход. А-а-а, ё-моё. Окей. Wait a minute, Ronald. Постой, Рональд. It's dangerous out there. А там так опасно, полно атеистов. Возьми это. Библия. Так, хорошо, делаем дальше. Ага, Библия, теперь нам нужно сюда. Why should I? Так, хорошо. Окей. Так, ладно. Negative thoughts. Нравится. Ненависть. Нависть, а ненависть. Nothing easy. Лечи легкого, все потому что я мастер в ненависти к людям. И чё? It won't work. Не сработает. Рабочая кукла Вуду. I don't have the strength to counter. Мне не хватит. Что? ТП. Даем уборщику пиво. Пока уборщик пьет пиво. Да, серьезно? Откуда я мог это знать? Так, хорошо, что я взял запасное пиво.
You can. Берем лопату и бьем его по голове. Да, хороший мальчик. Пей. Не смотри ты на меня так, у меня не было другого шанса. Ты же посмотри на него, спит словно ангел. А несколько часов сна ему не повредит. Ну, он был... Так, если чё... Если слышали звуки, там было... Final или как-то так, скорее всего, отсылка к Mortal Kombat была. Так. А что мы тогда тут хотели взять? А, ключики, точно. Ту-ту-ту-ту. Опа! Еще две отсылки вижу сразу же. Первая это... Ой-ой-ой, перегрев. Это болванчика видим. Как они называются? Ну, знаете, типа не питбоя. Короче, это из Fallout'а. Игрушки вот эти маленькие. А также у нас кружка из... клана Красных Туч, если не ошибаюсь. Это у нас Наруто. Видеоплеер. Я и не знал, что... Так. Им еще пользуются. Сначала мне нужно поставить стрелку над шкафом. Хорошо, значит сюда. Okay, the janitor is ладно, not the nicest самый милый person парень, in the world, но уничтожить его хижину будет... Much, even... Так, это сюда отчёты. Да. I've already lowered. Я уже опустил. А, готово. Ладно, пускай парень спит дальше. Я могу в него зайти хотя бы? Может, что я смогу двигать шкаф сам? Не думаю, что я пойду все это, чтобы спустить... Так, ставить, сохранить. Пускай слот. На всякий случай. Already done. Уже сделано. Do I really have мне правда to нужно помнить, что тебе это не даже что-то неодушевленный предмет. Ну, здесь можно говорить, в принципе, все что угодно. Рабочая кукла Вуду. Хорошо. Ну, понятно, что куклу Вуду я могу только использовать на челике том. Хотя. Так. Батарея комбинирует мысли. У нас, оказывается, ребята, появился новый предмет. В бабочках нет. You do it. Сам это сделай. Definitely unlikely. Определенном... А что мне надо? You are aware. Why should I? Nope. I don't think. Definitely. Я тогда не понимаю, что нужно делать. I don't understand. Everyone has a good plan, which will not work. Тогда смотрим. Be quiet, or my husband will hear us. Ганус, удочка. Ага. В смысле? Снова забираемся в кабину крана, перевыгаем так провод. I love when you do that thing to me. Кабинный провод с батареек. В смысле, а мне как бы не дали провод? Чё, я что-то не понимаю, стоять.
Ах, ты ж ё-моё. Well, one of the few advantages of my skeletal form is that I'm unaffected by electric shocks. Нельзя ударить током. А вот все. Но больше это, в принципе, отсылок тут не вижу. Показалось, что инопланетянин пришел. Так, к дому. Ага, ну походу, ребят, мы в этой серии с вами все сделаем, да и все. Робот Так. Ладно. Now I remember why I... The fishing... Хорошо. Магнит. Удочка. This is shaping up to be very... Мне кажется, рыбалка будет что надо. I can't believe поверить не могу, что у тебя получилось. Я профи, что в этом такого? Почему тебе не заглянуть к себе? Блин, как ты это сделал? Когда всю жизнь бегаешь от налоговой, приходится так проворачивать и не такое. И как ты сделал работу в социальной помощи? Anyway, так вот, по этому купон ты можешь получить любой приз от цыганки в киоске за городом. О, чуть не забыл. Покурай с той самой мочкой, которую я тоже проложил тебе в карман. Боже, что еще за сумка, ха-ха. Да шучу я. You're not funny at all. Ты совсем не смешной. Так, новая локация, есть сейчас 5 секунд. Так, продолжаем. Я, блин, не ожидал, что у нас новая локация будет. Ну, ладно. Тем временем. Посылка. О, старый знакомый, и вправду. Так, первая ссылка, это у нас игрушки. Это у нас улица Сезам, если не ошибаюсь. Дальше это цветок. Старый цветочек типа поиска интернета, если не ошибаюсь. Это из английский мужичок, типа детектив. Опять же у нас с этим... Картинки есть, вы знаете. Эго. Сток сена. Ну вы, короче, поняли. Опа. Звезда смерти Звездных войн. Это у нас лошадь, которая забирается на гору. Это у нас, так сказать, отсылка к багу. Скайриму. Сток сена и рука... Рука, где лезвие. Это ассасин. А в видеоиграх некоторые фразы воспли... Так, вас... Что? Exactly like именно так и должен really быть произойти. Да, именно так и должен был произойти. Если мне уже прыгал, больше никаких прыжков веры на сегодня. Внезапно прыгнуть с одной крыши на другую. Не так весело, да? Цыганка. Полагаю, мне нужно спросить ее о чем-нибудь. Привет. Что ты тут удивляешься, куклу никогда не видел? Sure, конечно, но нет такой, которая на невидимых ниточках управляет безголовой куколщик. И которая, кстати, умеет говорить. Тебе не нравится, что ты не видишь ниточки? Well, no. Нет. Если кукла закончит на напряжение такой голос, как тебе? Я не это имел в виду. You women are really а вы женщина, и правда... Так, хорошо, нам нужен купон, да, то есть, как я понял? Я выбрал купон за... ловлю рыбы. Выбирай все, что пожелаешь. Anything? Прямо все-все? Все. Лего набор тысячелетнего... Так, сокол само... Так, полную коллекцию. А детектив комикса номер 27. Игру «Инопланетянин» от Амари. Плакат фильма «Метрополис». Безголовую Эмили фигурку принцессы Пич. Хм. Игру «Инопланетяне» от Амари.
I'd like to have the legless amiibo, Princess Peach. Я бы хотел безголовую Амелию фигурку, принцессу Амелию. Как раз последнее отдала. Но тебе повезло, и я могу дать тебе вот это. А, хорошо, будем считать, что это какой-то подарок. Кукольчик. Лучший костюм на Хэллоуин. Assuming it's actually если это вообще костюм. Hey, эй, talk to поговори me. Со мной. I can't even imagine. Даже представить не могу, что внутри этого корма. Negative. Не стоит этого направления, на меня возьмет такой глаз. Я вообще еще не хочу. Блин, знаете, если бы здесь был зеленый дым, было бы отсылка. Ну, увы. What do you think I кто ты думаешь, я такой? Nice mush, слава hey, жижам. Эти с... Так, ладно. Эго. If I were you, I'd let it go. В твоем месте я бы не делал там. Да, мелкая девочка представляет себя контрольно, когда... If I were you, that little girl becomes a really когда выходит dangerous... из себя. I doubt the ego сомневаюсь, что люди из этого эго когда-нибудь распалятся его. Интересно, насколько возраст их под дорожкой? Ладно, думаю, ты осознал о моей пищеварительной системе и о косяках в дорожке, которые я обладаю нормальными способностями из стороны любви. You'd prefer them with a bit of blood instead of maple syrup, right, Demogorgon? He probably came all this way just to find some peace. I've bothered him enough. Я так уже достаточно его помучал, пусть отдыхает. Так, я могу что-то с небом сделать. Но почему-то я не могу ничего тут нажать. He's a human being. Он же живой. He's a human being. Он же живой человек. Sorry to bother you. Извините, что потревожил, но вы выглядите довольно знакомо. Возможно, ты видел меня в игровой шоу в прошлом. Знаешь ли, однажды я был геймером, судя по твоему выглядящему состоянию, что-то пошло не так. Сударь, я запозорил, я медленно терял сноровку и реакцию, и меня исключили из профессиональной ротации. А я думал, что ты получишь стрелянкую руку и что-то типа того. Стрелянкую в руку? Никогда не думал, потом, извини, только дураки. Тогда ты стреляешь за свои что? Так. Это мой тут хорошо. А для меня этот инструмент, наверное, будет связан с двумя собаками, кушающими спагетти и... Ну, в свете. Большое спасибо. For me, it will always be inseparably bound to the Thanks a lot, Walt. Уолт? Уолт — это отсылка к бродяга и еще что-то. Короче, про две собаки, которые влюбились. Одна из богатая была, другая бедная. Это, не знаю к чему, Райтер. A belt would be ремень, ремень бы помешал. What is it? Что-то искусство. Ты прав. Я и правда не могу придумать ничего такого. Like what? Well, типа чего? Ну, братан, что-то взрывающее сильные эмоции, привлекающее глаз. Что-то не дающее покоя. Ну, обычно, ну, хоть разок. Я стал писать менты лохи на память. Ну, ты понимаешь, бро? Я думаю, можно что и подскажу. Слабо. What is ладно, like what? Пропускаем. Хорошо, пропускаем. Так, у меня снова пропадает идея, что с этим... Не хотя? Let's just hope this да и будем надеяться, right что я выставлю... О, это же знакомый этот. Герой с мультфильма. Очень давно смотрел по каналу Джетиксу. Ой, это этот. Ему еще не хватит. Короче, черного костюма. Я не помню, как он называется, блин, ну. Он типа агент, если не ошибаюсь. Опа. А, Чаки. Он и любовник. Так, кольцо взять. Кролик. Cool your jets. Охладитель. Охладите cool трахание. Proof of еще одно доказательство того, как кролики оценят секс. Кто-то еще играет в пятки? Кажется, пару людей просто не хотят взрослеть. What are you doing? Зачем ты там прячешься? Зачем ты там прячешься? Как бы получилось сказать, я попался в серьезную перетрягу.
Who exactly is looking for you? This room is a continuous coming and going of couples. Actually, everyone. Все меня ищут. Let's just say that скажем так, я хороший танк на говне. You have all my respect. Мое уважение. Красное покрывало. That explains the интересно, почему тут... Gross! Гадость. Вот там еще что-то есть. Чаки. He's even scarier. В человеческий рост он еще страшнее. I'm afraid the думаю, все думают с точностью да наоборот. О, блять, мистер Саш. Все-таки не ушло. Я хочу обниматься. Я Чаки, и я твой друг до самого конца. Хочешь поиграть? Я хочу обнимашек, ладно. По диалогу. Извини, Чарльз, но ты можешь просто... Преимущество этого, что я... Так, парик. Порой лучше вообще не задавать никаких вопросов. Еще и цвет подходит моему... I'm obviously joking. Конечно же, я шучу, забей. I'm only required по моему контролю я хочу поднести только уши Микки Мауса. Am I right, developers? Что? Подожди. I'm only required to wear the Mickey Mouse ears. Ну, Микки Маус я знаю, кто это хорошо. Am I right, developers? Разработчики, я прав? I prefer to have a moment предлагаю of починить мину так молчанием твои мозги. Так, ну здесь, в принципе, больше ничего такого целых не вижу. Погнали на улицу. Эй, друг! Чё ты бы не заткнулся, а то я из тебя всё дерьмо хорошо поговорим. А спальня на втором этаже освободилась. Не гонишь? Сейчас позвоню парням, никуда не уходи. А потом мы пойдем на свалку. Не отвлекай меня. Теперь мне не тебя покласть. Договорились. Нам пора. Комната для Дендон готова. Ах. Ух ты, эти двое и правда не могут сдержаться. It's the most... Be quiet, or it's my husband will hear us. Ха. Окей. Как я понял, мой дом перенесли. Дрищ, Громила, Малец. Somebody here seriously кому-то определенно нужна немного... Somebody here seriously... Ксанакса. Ксанакс? Somebody here. Everything okay? Все в порядке? We'll never know. Мы никогда не узнаем, что происходит в голове этого чувака. He looks like the school. Он похож на школьного задиру, который всегда ко мне приставал. No freaking way. Нифига подобного. There must be a serious lack of good players in this city. В городе прибыл хороший футбольный. It's all ready. Все готово. Можно начинать. Куда еще нужно отнести? Friday Avenue, number 13. Дэвид Рено, ты вообще знаешь, сколько до него войти? Мы идем на вечеринку, так что давай мы договорились. Слыхали? Поканем. Окей. А что теперь делать? Ага, шкаф. Так, ну это оказалось намного сложнее, чем я думал. Так, сохранить. Да. Мне очень много активных еще предметов. У тебя правда ходит... Так. Нет, не буду этого делать, пока не найду, как добраться до дома. Рональда. Ладно, давайте, наверное, на... Хотя... Раз пройдемся... Может, все в этой серии закончим. Окей.
Так, а куда эта парочка дел... А, мне кажется, здесь немного прибавилось. Так, подождите. Давайте, наверное, все-таки на этом закончим. Если коротко будет серия дальше, то я просто их совмещу. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.